Невероятно. Мы вернулись к тому, с чего начинали, когда Амхерст выпустил вирус. Я ведь задумывал гавань как убежище от всего этого кровопролития. И чтоб никаких агентов. А Фэй, она слишком долго тут хозяйничала, прикрываясь полномочиями спецотряда. Я пустил вас в свой дом. Не подставьте нас. Я этого не прощу. Так, пафосная речь. Что еще здесь есть? Торговец. Тайник. Да уж, разговор прошел на повышенных тонах. Видимо, у ребят накопилось. Я понимаю, Ротса, так бывает, хочется залечь на дно, пока все не утихнет. Вот только нельзя. Просто не получится. Нам раздали паршивые карты, но играть ими еще можно. Мы обязаны приложить все силы. Мы найдем Киннера и разберемся с ним. Мы же спецотряд. Мы не сдаемся. Создание клана — то, что есть. Звездочку могу. А значок, ну тут, конечно. Выбор, конечно, огромный. Так, единственное, цвет я не могу понять. Ярко-красного нету, что ли? Угу. Ну вот как. Так, есть еще рамка. Ясно. А здесь бы посветили. А, нет, это сделать так. А это сделать так, так. И так, основной фон почему-то я не пойму. Так, это формат значка. О. Дальше. Такой получился клан. Прохождение. Ну, как-то пойдет. Дальше, конечно, откроется. Можно дальше. Будет все это сделать. Здесь я смотрю лучшие клановый опыт.
Вот. Они уже успели как-то здесь, как говорится, наиграть каким-то образом. Ну ничего. Кстати, наводнение после урагана. Теперь он больше похож на болото. Раньше здесь жили очень состоятельные люди. Перед тем, как ввели карантин, большинство местных успели выбраться из города благодаря своим связям. У обычных людей таких связей не было. Рядом позиции под охраной противника. Ну что, пошли. Ты рядом с административным центром. Раньше здесь размещались правительственные учреждения. И это раньше было давно. Так. В первые дни эпидемии здесь прошли массовые бунты. Теперь это скорее памятник обществу, которое мы потеряли. Агент запрашивает помощь. Кстати, всякой всячины полно. Это можно собирать здесь конца и крайне видно. Хотя это все должно пригодиться. Не просто так ходить, бродить. Продумано в игре сделано, ты можешь. Вот собачка, пожалуйста, тебе. Собачка здесь, ну. Сумочка. Медичка там. Гавань. Куда-то пришли. Куда пришли, не ясно. Это кто? Это свое. Что у них там? Закрыто. Совсем расплавлюсь. Разумеется. Перехвачен радиосигнал врага. Перехвачен. Так. Учебно опасная информация доступна в любое время на закладке обучения. Всякие советы для новичков и не только. Так, ладно, что сюда? Сигнал. Ты приближаешься к дрону. Вытащи трансивер. Посмотрим, куда он нас выведет. Трансивер. Хотелось бы посмотреть, что вообще дальше будет. Где же? А, скорее всего, вот. Заползай. Ух ты. А что, веревок больше нету? Всяких там канатов. Вообще надо кнопки переназначить. Ни хрена неудобно. Вот это вот. Не знаю, кто-то еще смотрит стрим, но Контрол. Здесь, видимо, находится дрон. Ни ловушки, никакой, ничего, да? Найдено мобильное устройство. Трансивер извлечен. Загрузка протоколов связи. Начало положено, но чтобы добраться до Парнелла, нам нужно больше данных. Один из наших должен был оставить разведотчет в местной общине. Там могут быть важные для нас сведения. Можно будет сопоставить данные и выявить паттерны, которые укажут нам направление поисков. Кинор, ответь. Кинор на связи. Что там видно, Тео? Двое дозорных. Сменяются каждые 6 часов.
агенты. С ними проблем не возникнет. Периметр? Каждый час проходит патруль. От 4 до 6 человек. Опять же, не проблема. А здание? В Исааке были его чертежи. Я проложил маршрут и отметил, где надо заложить заряд для максимального ущерба. Ты молодец, Тео. Не знаю, что бы я без тебя делал. Быстрый спуск. Контрольная точка противника. Ага, надо повоевать. Ну это надо. Надо повоевать обязательно. Лучше, конечно, взять с собой напарника. Давай, 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 покажись. Прикроешь, покажи себя. Блин. Не остается, как тебя приветствовать. Прикрывает, говорит, меня. Квази-бомба. Вот тебе под помощь подскакала. Тяжело бронированный противник. Тяжело бронированный противник. Жесть. Что за жертва такой? Блин.